Мы сейчас находимся на территории храмового комплекса Ангкор-Ват и медленно продвигаемся по дороге к храму Тапром. Этот храм знаменит тем, в последнее время, что здесь снимали фильм с участием Анджелины Джоли, Лара Крофт, «Просветительница гробниц». Сейчас мы увидим это зрелище. Фильм я когда-то смотрела. Тут все развалины, ну и архитектурные строения храма, все переплетены корнями деревьев. Сейчас мы это увидим. Столько много интересных деревьев, громадных, толстых, с такими громадными змеевидными корнями, которые находятся на поверхности. Тяжело идти, жарко, очень жарко. Нас снабдили полный автобус водой. Уже неизвестно, уже какое количество бутылочек воды выпили. Настолько жарко.